Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем проходить эту замечательную игру, которая называется Tales from the Borderlands, и в прошлой серии мы добрались, почти, так сказать, добрались до нужной штучки, но, к сожалению, что-то у нас не получается ее раздобыть. Что-то нам вечно какие-то ставят палки в колеса. Ну и вот тут вот мы уже продолжаем. Так, давайте осмотрим смертельную ловушку эту. Ну что, от этого что легче становится? Смузи, блин. Человеческая начинка. Вкусняшка. Так, панель управления. С Фионой можно побазарить, с Гортис. Так, ну-ка. Who's hungry? Oh, God. Отличная me, шутка. Me, I wanna try food. Иди, вон, возьми. Там можешь выбрать себе печень, там почки. Что угодно. Лишь не дури только голову. Ладно, давайте осмотрим эту систему управления. Может, можно отключить ту адскую махину. Давай уже используй. Дёрни ручку. Я же думаю, ничего плохого уж не случится, да? О, остановилась. Но что-то ненадолго. То есть Фиона должна стоять и держать ручку. I get it now. So, Fiona, I need you to hold this while Gordis boosts me up. Don't worry about hurting me. Just climb on up. Well, I guess it's... Чё ты тебе больно будет? Made of metal. Oh, no. This is excruciatingly painful. But hey, I'm a team player. Хватит ныть. Reese wouldn't let us down. Oh, you haven't been around him as других long as I have. Других вариантов нет. Unclear, but it's all we've got, so... There's that. Well... I'm overflowing with confidence. Давай ручку держи. Alright, Gordis, just give me a little boost up there. Сейчас как-то подсадят. No problem. Hurry up, Reese. Just cause it's cold and dead. Херовато ты это сделала. А нормально, там есть за что зацепиться. Чувствую, сейчас кутышки пойдут. Try not to die. Держи, держи. Nope. Ты лезь давай, быстренько. Ползи. Maybe we should step away. Ты не отходи. Climbing with your cyber arm should be easy. Easy, right. Stupid. Nice. Голубый милый робот. Да все нормально будет. Только что-то как-то он карабкается не очень убедительно. Ну, надеюсь, что все будет в порядке. Тихо, ты не отвлекай. Кто тут занятый? Лазанием по смертельным ловушкам. Так. Я тут немного занят, короче, все. Everything. Август этот уже. Нормально, что пробрали же вроде. Потом назад, наверное, будет тяжеловато выбраться. Yeah. И тут пошла загрузочка. Что? Внутри? Внутри. Надо было Гортис с собой взять. Ну где эта хрень? Check you out, you made it! In the end, we make a pretty good team, huh? That would be all the differences, but we got here. My office. Well, Ну, без, да, не вышло бы ничего. Стоит признать. I couldn't have made it here without you. Hey, same to you, man. Wow, I used to dream about being here. Anyway, where's the Gordis beacon? Ну, сейчас скажут, что его нету. Somewhere. It's where all the corporate warfare fallout is. Ton of Atlas crap. Soak it in, kid. Enjoy yourself. Там много всякой атласовской хрени. Ну, еще пригодится. Давайте осмотрим.
Все поосматриваем здесь. Эндоскелетная рука. Интересно. It's a piece from an early immortality suit prototype, but it killed the subject, which is great. Отлично. Костюм бессмертия, который тебя убивает. А это кто такая? Дочурка, что ли? Yeah. That's my angel. Don't usually like people knowing about her. You and me are pretty tight. Once we're done with all this vault stuff, I'd like to check up on her. That's cool. Сентиментальный чувак. Ну ладно. Все, здесь больше ничего, да? Так. Элпис? Это что такое? Where the guns are cold, the women are warm, and butt slams are your primary method of communication. Gotta love it. The scarred, once upon a time sane moon. Yeah, a lot of people said similar things about me. Except, for the scarred moon thing. That'd be weird. Ясно, здесь все смотрели, говорить с ним. Hey, there's my man. What's on your mind? Так, для чего предназначен этот кабинет? Стол, сделай что-нибудь крутое. Does the desk do anything cool? Yeah, you'll see. Not in a threatening, I'm gonna kill you way, but more like a, I'm gonna show you in a bit and it'll be awesome. Got it. Ну и сам построил. You build this office yourself? Did I build it? No. Jack doesn't do that. А он зачем-то нужен? В смысле, зачем он нужен? Yeah, but it's always nice to have somewhere we can just kick back. Ну, это, в принципе, и так понятно. Вышвырнуть парочку подчиненных в открытый космос. Home is where your airlock collection of valuables is. Еще один любитель. Ну, на них это, я так понимаю, в порядке вещей. Неугодных в космос вышвырнуть. Так, все здесь, все осмотрели. Теперь нам нужно к той коробочке, да? И что у нас тут? Welcome to my trophy case, huh? Got a couple of killer relics, a few artifacts. Oh, there's a stock certificate signifying that I own Atlas. That's pretty freaking cool. Nothing feels better than crushing a company's value to the point where you can buy all their shares with pocket change. Delish. Gordis, you there? Hey! Hi. Okay. So I'm gonna show you the pieces now. You let me know which one it is. All right? Okie dokie. Так, посмотри на этот дробовик. Definitely not. Почему? This shotgun, it's legend freaking dairy. Hyperion named it the conference call because you're gonna want to call everyone to tell them how awesome it is. Then you kill them. Ну да. Так, дальше что? Сертификат. So this means you own Atlas? Yeah, that's right. I own the whole shebang. This way I've got the option of building them back up to destroy all over again whenever I want. Неплохо. Так, это что? Что? Сексуальная шляпа? Cowgirl. Yeah, I don't have a cowboy hat. That was my girlfriend's hat. Well, first one before she became a sexy badass sheriff type chick. He suited her. Каким нахер шерифом? Ну вот, вот это вот. Неизвестный объект X, неизвестный объект Y. Так, это что? Мерзкая козлиная оборотка? Yeah, a goatee. Yeah. Belonged to that jackass Harold Tassiter, my former boss. I like to keep that around as a reminder of what happens when you act like a dick to me. Неизвестный объект Z. Ну давайте с Z начнем. Это отрицательный Y. И что, только это у нас осталось? Мозги чьи-то.
Ну, этот. Ноу. Вот он, W. А его, кстати, не видно было. Нужно было все сначала просмотреть. Not much to look at. Okay, here we go. The big seat, it's all yours. You trigger the trap door from there. Mm-hmm. Хорошо, сейчас мы им займемся. Сесть. Это супер такая картинка, вообще мне понравилась. Задница нарисована, написано сесть. Я говорю сесть. Сесть. Ой, что-то он там сказать хотел, я его заткнул. Ну ладно, я думаю, не обидится. И что и как здесь управлять? You look like somebody who could kill a bunch of people with a phone call and a little bit of bass in your voice. So tell me how to trigger the trapdoor. It's behind your pinky. This could be our last chance to chat, you and I. Почему? For years, I ruled Hyperion from this room. And now you're here, where it all started. How's it feel, kiddo? There's something to be said for a cushy chair with a bunch of... big important buttons that can raise добротное кресло. Feels like a goddamn chair. Yeah, yeah, but the buttons next to this chair help me make some big changes in this world. You know what I'm saying? So what you're saying is it's a chair with buttons. You're killing me. Что-то он-то тупит, тормозит. But say we shared the power I had when I sat in this room. What would you do? Ну, власть-то он заполучил. Мне там уже, наверное, рука уже затекла. Рис, машина отключена. Did you get the beacon? We're ready for you. All good. Just getting into position. Oh, someone is here! Hey! Oh, you! Тихо, вернись. Mortis, come back over here. Нормально. Кто ж там пришел-то? Твою мать. Давай, ладно, так. У нас тут метлу. Нужно подставить. Но что-то мне говорит, что это не очень хорошее решение. Ну вот, сдала, короче. Все, трындец. Ясно. Все ясно. Попались мы. If we could wield Hyperion's might together, how would you rule? Hypothetical, of course, but still, you gotta know what you want. If you're gonna make it, kid. Like I told you after we escaped. Навел бы порядок на Пандоре. Remember? Мне бы это понравилось. Pandora. There's some good people down there. They deserve better than a world full of psychos. Yeah, that's what I wanted. But hell, maybe you'll pull it off. Who knows? You've done well so far, kid. But imagine, Rhys, if it wasn't hypothetical. You ever wonder why Nakayama created me? This whole AI thing? I was supposed to find a worthy successor to the Hyperion throne. Mm-hmm. Not successor, Rhys. Is you. If you join me, we can rule together. What do you say, kid? It's the talk of the штука. Room with the override port, so ну давайте править Гиперионом. You'll never get another shot. Yes. Yeah? Yeah. Let's do it. Yes! You are my favorite dude! So what's next? There it is. That's the executive override port. Jack in, and this will all be yours. Что-то, блин, мне это не нравится. Big moment for us, kiddo. Been a long time coming. Ух, это, возможно, будет большая ошибка, но я сделаю это. Here it comes.
Reese, the machine is off. Did you get the beacon? We're ready for you. All good. Just getting into position. Oh, she's gonna be so surprised when she sees the two of us running Hyperion. And she doesn't even know I exist. Что мне кажется, что сейчас он полностью превратится в Джека и все. So, is that it? Are we done? Oh, oh man, it feels good to get out of there. Road trip's over, Reese. We made it. So, what happens now? Oh, you? You're getting a huge promotion, pal. And since I'm in the system now, allow me to do the honors. Hey, friends. Remember me? It's your old pal, Jack. Well, pencils down, amigos. I've got someone to introduce you to. There's a new president in town. That's right, baby. Get those hands a-clapping. Because I want to give a very special Hyperion welcome to the chiefiest of executives. Totally president material. All the way from janitorial. This can't be happening. Reese! Wait, so this is actually mine. This is mine to control. Take it in, Reese. Hyperion, Pandora, Elpis. Oh, they are just the start. Нормально. Что как-то неожиданно даже, я даже не знаю, что сказать. Ну, на этом серия так заканчивается. Ну да, в принципе, этого стоило ожидать. Фух. Не ясно, сейчас подождем, когда титры закончатся. Ой, блин, музло опять. Хреново. Не будем. Давайте посмотрим, что там дальше должно быть. Что? Я сделал плохо, да? Ой, ребят, блин, я сделал, наверное, херню. Не посмотрели мы, что будет в следующей серии. Сейчас я на паузе, может, попытаюсь вернуть это дело. Итак, пришлось перепройти даже целый этот эпизодец. Ну, не целый именно четвертый эпизод, а в конце там немножко. Вот, поэтому давайте посмотрим, что тут у нас за выборы и как они, ну, так сказать, соответствуют тому, что повыбирало большинство народа. Я и 12% лишь решила действовать по плану. Ну да, что делать-то? Вот. Это, скорее всего, касается того, что мы скутера таки не кинули его эту рекламу. Ну так а толку ему сейчас с рекламы? Я думаю, это бы сильно не повлияло. Я и 57% игроков попытались остановить группу от смерти. Ну да, естественно. Я и 71% почти с половиной процента выстрелили в невиновную алмазную пони. Ну, блин, кто же знал, что это будет больно. Пони. Блин. Так, далее. Действие Зариза. Я и 61%, почти 62% что-то попытались искать в базе данных Claimed. Хм. Ладно, фиг с ним. Что-то я не понял. Ну ладно. Вы и 24% поговорили все-таки с Иветой. Ну да, молодец я, молодец. Вы и 48% игроков выбрали править Гиперионом. Странно, что в меньшинстве. Ну, конечно, не в абсолютном, не в подавляющем, но в меньшинстве. Поэтому, ну, больше выборов найдете в сети, но это фигня. Ну и сейчас, скорее всего, пойдут титры, поэтому поставлю на паузу. Пускай они пройдут. И знаете, как оказалось, нет никакого
дисклеймера, или как это называется. Ну, в общем, рассказа о том, что будет в следующем эпизоде. Я просидел как дурень, прождал все титры, прослушал эту музычку. И вот она у нас вывела сюда. Это очень странно. Может быть, действительно в Borderlands этого не было все время. Может, я привык к другим играм. Не знаю, ребят. Ну что ж, этот эпизод очередной закончился. И закончился он как-то странно. Странно почему? Потому что неожиданно я получил... Ну, не я, а Риз получил власть на Гиперионе. Ну, по крайней мере, так сказал красавчик Джек. Хрен его знает, послушают его или нет, но он же имеет управление сейчас. Красавчик Джек именно имеет. Может править, там он же в системе. В общем... Это как-то не сходится с тем, что Фиона и Риз рассказывают всю эту историю этому чуваку, который их тянет через пустыню в Пандоре. Я не знаю, как это все сходится. В общем, скорее всего, что Риза свергнут или что. В общем, посмотрим, как это все закончится в следующем эпизоде. Он уже обещает быть последним, пятым. Вот, спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Встретимся в других прохождениях. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.